Новый скоростной тоннель испытали в США. Его вырыли специально на окраине Лос-Анджелеса, чтобы протестировать транспортную систему, которую придумал изобретатель Илон Маск. Испытание провел он сам, за рулем Теслы. Спуститься под землю можно на специальной платформе. По 3-километровому участку движение идет с максимальной скоростью до 240 км в час. Тоннель начинается под штаб-квартирой компании SpaceX, которая принадлежит Маску. Предприниматель говорит, что планирует застроить такими подземными дорогами весь город. Передвигаться по ним можно будет не только на личном транспорте, но и на беспилотном автобусе.